Так, вот блочок шиитаки. Находится он обыкновенно вот в грибном помещении. Просто это мицелий. Стоялся где-то. Застоялся, ну и уже состарился. Пришлось просто сняли пленку. Поставили его. А вот на пол поставили. Ну вот сбоку. Видно, пошли грибы. Вода стоит под самим блоком. Ну и, к сожалению, пустил примордие, и грибы пошли под низ. Ну и немножко они там подгнили. Я посмотрю, ну посмотрим. Просто как стоит, вот так и будет. Так, мы его просто при поливе тут увлажняем. И что-то он тут плодоносит. Но хотел вот что показать. Вот что это за гибрид. Вот здесь. Понятия не имею, что это. Выглядит он как примордий вешенки на блоке шиитаки. Но не вешенка. Но, скорее всего, же вешенка. Нет, это не вешенка. Или вешенка, или не вешенка. Ну, будем наблюдать. Не знаю, что мы тут понаблюдаем, потому что вот эта верхняя шишка почему-то уже сохнуть начала. А нижняя вот что-то делает. Ну, первое, что приходит в голову, это то, что могли попасть споры просто из... Когда плодоносила вот это... Когда плодоносила вешенка, здесь или попали споры, начали вот так расти, или тысячу и один вариант, откуда здесь взялось вот это, ну, можно будет сказать, когда из этого что-то вырастет. Потому что, ну, просто трудно, вот вообще даже какой-то наростик, на котором вроде формируются шапочки, но это не шапочки, нет, это, видите, просто плотный такой вот круглый сросток. Что-то такое вроде как герицей. Нет, это не герицей. Это трутовик. Ну, трутовик. А нет, трутовик пупырыч-то не бывает? Нет. В общем, бывает в грибах не полезный. Как в медицине. Может быть все, даже то, что не может быть никогда. Вот и здесь тот случай, когда сам не знаю, что это. Ну, посмотрим, что будет дальше из этого. Наростка. Вот такой вот у нас. Вот какой-то гибрид вырастет. Может, съедобный. Может, нет. Так что следите за видео. Если видео не будут показываться, значит... Да, значит, гибрид был несъедобный. Чтобы вы знали. А с вами был Макс Селлер на канале Funny Mushroom School.